Задача о манной каше. Это совершенно замечательная история, цель которой объяснить так называемое дискретное преобразование Фурье. Ну, про него будет речь потом немножко. А сначала просто задача. Вокруг круглого стола сидят дети. Перед каждым тарелка с манной кашей. По сигналу воспитателя у соседа половину хватай. Каждый руки значит, к соседу. И ровно половину каши, которая была у соседа слева, и ровно половину каши, которая была у соседа справа, хватает и отправляет к себе в тарелку. Ну, разумеется, его кашу в это время, его два соседа тоже берут. И таким образом получается какая-то операция с кашей. Вопрос, что будет, если они так занимаются этим месяц или два месяца, или всю школьную жизнь, долго-долго, много раз выполняют одно и то же отображение. Ну, посмотрите, все просто. Если человек один, такое отображение сам у себя из тарелки взял и, ну, икс в икс, понятно, что ничего не будет меняться. Если два человека, то они просто обмениваются кашей. Х, Y отображается в Y, X. Ну, тоже понятно. За два раза возвращается, а так вот мигает. Интереснее, когда три человека. Тогда X, Y, Z, у первого, второго, третьего количества каши, отображается вот в такую штуку. Y плюс Z пополам, X плюс Z пополам, X плюс Y пополам. Уже не очень понятно. Для четырех сложнее, для пяти вообще видите ужас какой-то. Так вот, оказывается, можно, рассматривая собственные векторы, я сейчас расскажу, какие собственные векторы, понять, как выглядит легко это преобразование. Давайте посмотрим для случая n равно 3. Если n равно 3, то решение использует корень третьей степени единицы. Заметьте, это комплексное число. Казалось бы, оператор вещественный. Здесь вот x, y, z, вещественные числа складываем пополам, делим. А оказывается, для того, чтобы указать решение, чтобы найти собственные векторы, нужны такие три вектора. 1, 1, 1, 1 эпсилон, эпсилон квадрат и 1 эпсилон квадрат, эпсилон. Смотрим. 1, 1, 1 переходит, естественно, на 1 плюс 1 пополам. Вот здесь, когда вы смотрите те формулы, то очевидно, что у вас получается, я здесь вынес сразу, а давайте сначала выпишу до того, как вынес. Значит, вот на это место, на первое, встанет эпсилон плюс эпсилон квадрат пополам. На это место встанет 1 плюс эпсилон квадрат пополам. И на последнее место встанет 1 плюс эпсилон пополам. А теперь смотрите, если вынести эпсилон плюс эпсилон квадрат пополам, то как раз здесь останется эпсилон. Потому что когда эпсилон умножаешь на эпсилон, получается эпсилон квадрат, а когда на эпсилон квадрат, получается единица. И здесь то же самое. Эпсилон квадрат на эпсилон даст вот эту вот единицу. Эпсилон квадрат на эпсилон квадрат, эпсилон в четвертый, то есть эпсилон на эпсилон в куб, а эпсилон в куб это единица. Отлично. Значит, здесь написано все правильно. И заметьте, пожалуйста, эпсилон плюс эпсилон квадрат это минус 1. Соответственно, пополам это минус 1 вторая. Значит, вот этот вот вектор собственный, с собственным значением минус 1 вторая. Точно так же, вот этот вектор, собственный, тоже с собственным значением минус 1 вторая. И заметьте, любой вектор x, y, z можно расписать по вот этим трем векторам, отложить. Я здесь написал явную формулу. Конечно, не очень понятно, откуда она взялась, но проверить ее несложно. Вот давайте посмотрим, например, первые координаты. Здесь у нас первая координата это x, а здесь что такое первая координата? X плюс y плюс z делит на 3. А здесь x плюс эпсилон квадрат y плюс эпсилон z квадрат тоже делит на 3. И здесь x, эпсилон y, эпсилон квадрат, z квадрат. Почему в сумме будет как раз x? Понятно почему. X, x и x делить на 3 как раз даст x. А вот, скажем, y идет с коэффициентом 1, эпсилон квадрат и эпсилон. На это сумме 0. Это уравнение на корень третьей степени. Я напомню,
если у вас эпсилон куб равно единице, то это то же самое, что эпсилон минус 1 умножить на эпсилон квадрат плюс эпсилон плюс 1, да, равно 0. Значит, у нас эпсилон не единица, значит, вот это вот 0. Эпсилон квадрат плюс эпсилон плюс 1 – это 0. Вот, ну и квази это то же самое, идет с коэффициентом 1, здесь вот оно идет с коэффициентом эпсилон, а здесь с коэффициентом эпсилон. Значит, я первую координату проверил. Ну, точно так же проверяются остальные три, все получается. И смотрите, что будет происходить. Когда мы имеем дело с вещественными числами, то, в общем, не очень понятно, как устроены наши преобразования. А как только мы перешли вот к этим трем векторам, то вектор 1, 1, 1 просто остается на месте. Вот этот каждый раз будет умножаться на минус 1 вторую. И это то же самое каждый раз будет умножаться на минус 1 вторую. Между прочим, из-за этой самой минус 1 второй и из-за того, что эти векторы имеют одно и то же собственное значение, вообще-то для тройки решение задачи можно было рассказать без вот этих вот комплексных чисел. Давайте я это сейчас сделаю, потому что, ну, как-то, конечно, комплексные числа хорошо, но в некоторых случаях потихонечку надо привыкать к ним, смотря как можно было бы без них. Посмотрите, вектор x и y разлагаем следующим образом. Среднее арифметическое x плюс y плюс z разделить на 3, умножить на вектор с координатами 1, 1, 1. Да? Замечательно. Плюс то, что останется после вычитания. Что это за вектор такой? Ну, понятно, что это будет 2х минус y минус z разделить на 3. И то же самое дальше. 2y минус x минус z разделить на 3. И 2z минус x минус y разделить на 3. И смотрите, что происходит с этими векторами. Наша природа линейная, поэтому не обязательно смотреть сюда, вот можно уже смотреть сюда. Каждый из них подвергнем нашему преобразованию. Вектор 1, 1, 1 останется на месте. Я утверждаю, что когда вы сложите вот эти числа, разделите на 2, то получите, смотрите что, 2y минус x минус z плюс 2z минус x минус y, да, вот мы их сложили замечательно и разделили на 2. Так, так что мы получим? Видите, здесь у нас минус z плюс 2z, 2y и минус y, да, мы получим минус 1 вторую от 2x минус y минус z. Ну, соответственно, если писать тройку в знаменателе, то и здесь будет тройка, и здесь будет тройка. Действительно умножился на минус 1 вторую. Если мы много раз сделаем, и каждый раз это будет умножаться на минус 1 вторую, то вот это будет стремиться к нулю. Значит, для трех чисел вот такое разложение решает задачу без использования комплексных чисел. Но все равно уже чувствуется, что комплексные числа – это вот такая общая конструкция, которая решит задачу для любого n. А вот здесь это только из-за того, что тройка – маленькое число, и вот и так все получилось. Хорошо, смотрим дальше, вот все-таки не для 5, а сначала для 4. На левой доске написаны 4 вектора. Все они – собственные векторы нашего преобразования. Ну, что это за векторы? 1, 1, 1, 1. Ну, понятно. Если каждое число заменяешь на сумму соседей, конечно, вектор не меняется. Здесь, смотрите, очевидно, нули получается. Потому что у этого соседи такие. У числа минус 1 соседи тоже противоположные. У числа минус 3 соседи это минус 1 и 1. Многоречные по кругу сидят. Значит, здесь собственное значение 0. Вот это интереснее. 1 минус 1, 1 минус 1. Смотрите, вот это число имеет таких соседей, значит, пополам поделим, получим 1. Значит, это собственный вектор,
Число его – это минус 1. Он при нашем преобразовании умножается на минус 1. Отлично. Ну и этот очень похож. Да? А вот теперь формула, которую, честное слово, легко понять. И в общем случае будет так же. Мы можем любой вектор x, y, z, t выразить через вот эти 4 вектора. Почему я так вот написал это подробно? Потому что здесь, в общем, видно, как это будет устроено для любого числа, с одной стороны. А с другой стороны, корни четвертой степени из единицы, это же у нас числа 1 и минус 1 минус, это что-то привычно, понятно. Смотрите, какая история. Вот мы здесь выписываем x с коэффициентом 1, дальше мы выписываем y, что называется, в обратном порядке корни прокручивая. То есть не 1 и минус 1 минус y, а наоборот, идем 1 минус и минус 1и. Да? Дальше здесь, в общем, понятно. И здесь прокручиваем 1 и минус 1 минус 1. Так вот, посмотрите и, собственно, проверьте эту формулу. Берете любую координату, ну, например, смотрите, например, третью координату берем, да, и смотрим, что там будет. Там будет x с каким коэффициентом? X будет с коэффициентом 1 отсюда, минус 1 отсюда, 1 отсюда и минус 1 отсюда. Все, x с коэффициентом 0. Хорошо. Y будет с каким коэффициентом? 1 отсюда, минус и умножить. То есть и отсюда, минус 1 отсюда и минус и отсюда. Тоже коэффициент 0. Z будет с коэффициентом 1, минус 1, 1, и здесь 1, и здесь 1. Отлично. В общем, господа, вот оно разложение по собственным векторам. И теперь, когда мы будем делать много-много раз наше отображение, то вот этот вектор будет постоянным. Этот сразу уйдет в ноль, этот сразу уйдет в ноль, а вот этот будет все время менять цвет. Значит, после двух преобразований у нас вот эта штука вернется. В общем, вот эта вот мигалка плюс-минус будет перед ним, потому что, собственно, значение минус единица. А вот это постоянно. Все, что осталось для решения задачи, это понять, что абсолютно аналогичные формулы будут верны для 5, 6 и вообще для любого натурального числа n. Вот эта вещь — это среднеарифметическая. Это когда у всех каша поровну, первое слагаемое. Вот. Это вот такая мигалка из-за того, что четная. То есть, когда n нечетная, такого вот мигающего слагаемого не будет. Когда n четная, оно обязательно будет. Для n равного 5. Тогда есть корень пятой степени из единицы. Зита — это косинус 2 пи делить на 5 плюс и синус 2 пи делить на 5. И, естественно, как всегда, для корней единицы, зита в пятой минус 1 равно 0, то есть зита минус 1 умножить на зита в четвертой плюс зита в кубе плюс зита в квадрате плюс зита плюс 1 – это 0. То есть, на самом деле, зита – это корень вот такого многочлена. Замечательно. Так вот, формула, конечно же, страшненькая. Я мог ее сделать еще более страшной, если бы во время записи этой формулы все время заменял бы. Ну, например, зита в минус четвертой — это на самом деле зита. В минус третьей — это зита в квадрате. В минус шестой — это на самом деле зита в четвертой. То есть я мог везде приводить показатели степени по модулю 5, но я так делать не стал. Потому что, мне кажется, вот в таком виде она понятнее. И, в общем, видно, что когда вы посмотрите по любой координате, то действительно это тождество. Вот. Потом это в общем виде, в общем, выпишем, и, может быть, это станет понятнее. А сейчас, наверное, имеет смысл действительно, что называется, полюбоваться, посмотреть любую координату, посчитать, и вот при помощи этого, я не буду сейчас это выписывать все, но, в общем, кто захочет, безусловно, это сможет сделать, и смотреть, какая простая идея. Собственное значение вот этого вектора — это единица,
А вот этого 1 плюс зита квадрат пополам. Собственное значение вот этого вектора это 1 плюс зита квадрат пополам. Давайте смотрим, что такое пятиугольник. Это вот примерно так выглядит фигура, да? 1 это вот здесь, зита здесь, зита квадрат здесь. Складываем и делим пополам. Получается какой-то вот такой вектор. Он по модулю меньше единицы. И здесь то же самое. 1 плюс зита в шестой пополам. Здесь собственное значение 1 плюс зита в восьмой пополам. Все эти собственные значения по модулю меньше единицы. Для нечетного числа всегда будет так. Все-таки давайте выпишем в общем виде, в чем же здесь идея. Когда у вас есть любой корень из единицы, то есть число, которое в одной степени равно единице, и вы, не обязательно примитивный, любое такое число, и вы выписываете в степени n минус 2, n зита в степени n минус 1, то куда она по нашим правилам переходит? На месте единицы появляется зита плюс зита в степени n минус 1 пополам. На месте зиты появляется 1 плюс зита квадрат пополам. Ну и так далее, и так далее. На месте зита в n минус 2 получается зита в n минус 3 плюс зита в n минус 1 пополам. И на последнем месте зита в степени n минус 2 плюс 1 пополам. Так вот. Если вы этот вот вектор обозначите буквой V, то когда вы выносите вот такой множитель, а что это такое за множитель? Это зита плюс зита в минус первый пополам. То вы на самом деле здесь получаете вектор V. Вот, поймите это, потому что когда вы умножаете зита вот на это число, у вас как раз получается это. Когда вы умножаете зита в минус 2 на это число, у вас получается это. Зита в минус 1 на нем получаете, у вас получается это. Значит, для любого корня n степени из единицы, повторяю, не только какого-то одного, но для любого из этих корней, вот такой вектор является собственным. Причем вот с таким собственным числом. А дальше соображаем, что такое зита плюс зита в минус 1. Вот у вас есть единичная окружность, где-то там есть корень n степени из единицы. В минус первой степени, значит, надо отразить относительно оси абсцисс. Что такое полусумма двух векторов? Это вот такая точка. Это на самом деле вещественная часть зита. Значит, если зита это единица или минус единица, то здесь, соответственно, будет единица или минус единица. А во всех остальных случаях это число будет по модулю меньше единицы. Когда мы делаем много операций, то все такие вот выражения, все такие векторы будут стремиться к нулю после многократного, если вот здесь по модулю меньше единицы. И фактически остаются только минус 1, это если число n нечетное, такое число есть, и 1, оно есть всегда. Вот. А почему через вот такие векторы можно, что называется, все что угодно выразить? А потому что я могу написать вам произведение двух матриц. Единственное, я все-таки поленюсь его писать совсем в общем виде. Давайте я напишу его, скажем, для числа 3. Смотрите, матрица так устроена. 1, 1, 1. Дальше эпсилон квадрат и эпсилон куб. А здесь эпсилон квадрат, эпсилон в четвертой, здесь эпсилон в шестой. Что здесь произошло? Идут степени по возрастанию, а здесь они в два раза увеличены. Замечательно. И я эту матрицу умножу на
такую. Если у нас есть матрица 1, 1, 1, эпсилон, эпсилон квадрат, эпсилон куб, эпсилон квадрат, эпсилон 4, эпсилон 6, то обратная к ней – это 1/3 от вот такой матрицы. Вообще, есть вполне такая замечательная штука – определитель Ван дер Монда. Смотрите, размером 2/2 определитель Ван дер Монда выглядит вот так. И это просто-напросто b минус a. Размером 3/3 определитель Ван дер Монда выглядит так. a, b, c, a квадрат, b квадрат, c квадрат. Каким образом его легко посчитать? А вот как. Берем вторую строчку, вычитаем из третьей, умножив на a. Тогда третья строка превратится в 0, b квадрат минус ab и c квадрат минус ac. Замечательно. Но тут первая и вторая пока остались. И одновременно давайте так. Первую вычтем из второй. Тогда первая будет 1, 1, 1, тоже нужна. Здесь так будет 0, здесь b минус a, здесь c минус a. Почему это, сказать, приятно? А вот почему. Вы же можете посмотреть, разложить по первому столбцу. Здесь 1, здесь 2 нуля, поэтому на самом деле можно вычеркнуть первый столбец. Останется вот такой определитель. B минус A можно вынести из первого столбца, C минус A из второго. И останется, смотрите, 1B, 1C. Такой мы уже считали. Значит, вот этот определитель, это замечательным образом b минус a умножить на c минус a умножить на c минус b. Легко понять, что ровно так будет и для любого большего числа. То есть это есть, кстати, тоже очень важный объект, произведение разностей чисел. Разумеется, если все эти числа разные, то это не нужно. Вот, то есть через определитель Ван дер Монда легко понять, что и в общем случае определитель будет не ноль. Ну, если угодно, для общего случая аналогичную вот конструкцию, тут более-менее видно, как это устроено, тоже можно выписать, тоже все будет замечательно.